Значит, теперь так будет. Мы станем постоянно скалиться друг на друга, как проклятые рабы Батиата. Забыты те времена, когда ты был немного посмелее. Если бы мы напали всеми силами на Краса... К чему бы это привело? Что ожидало бы нас в конце пути, по которому мы не пошли? На землю не пролилась бы кровь Невии! Пролилась бы, как и сотен других. Я предпочитаю бой! Стена и ров мешают отходу. Твой план против Краса провалился из-за превосходящего тебя разума. Нужно вложить меч в каждую руку, способную его держать, и напасть на римлян! Мы зажаты скалами и не можем использовать фланги. Атакуя в лоб армию, одетую в доспехи и обученную, мы обретем лишь смерть. Тогда пусть римляне увидят, как мы идем в ее объятия! Как нас учили еще на песке! Ты опять за старое. Среди нас мало гладиаторов. Остальные не ждут славной смерти. Они ждут, чтобы их вели! Я не поведу своих людей на верную смерть. А я не хочу погибать от римского меча у меня в спине! Я соберу тех, кто разделяет мое мнение, и нападу на Краса! Ты подчинишься приказу! Никакой не бог, и я не подчиняюсь голосам свыше. Задай этот вопрос своему лидеру. Крикс, сейчас не время для ссор. Палатку лекаря снесло порывами ветра. Буря приближается. Раненым нужно найти укрытие.